Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Советский кинорежиссер Константин Бромберг умер в Детройте в возрасте 80 лет. Об этом сообщил режиссер Михаил Идов. 2 дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародей» и «Приключения электроника». Написал он на своей странице в Facebook. Режиссер также поделился, что его родители общались с Бромбергом. Сам же Идов встречался с ним всего несколько раз. По его словам, после переезда в Соединенные Штаты Бромберг больше не занимался кино. Константин Бромберг родился в Харькове в 1939 году. Стал широко известен после выхода фильма «Приключения электроника» в 1980 году. Также Бромберг – режиссер фильма «Чародей» и трех сюжетов «Ералаша». Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!